Вы знаете, у нас почему-то столько дерьма среди политиков. Столько дерьма среди политиков. И извиняюсь, конечно, среди журналистов. Это плохо для страны. За 7 лет столько нервов и крови выпили. Не проблемы перед страной, а вот это дерьмо, которое есть в стране среди политиков и среди людей, которые себя считают журналистами. Я абсолютно не опасаюсь выборов. Мы проведем их как положено. И те, кто будет пытаться делать дестабилизацию, куда надо, закроем, открыто скажем.